26 мая 2017 год, Бакинская 40. О, рассвет вывозит сухие ветки. Не будете подбирать-то? Здрасте, не будете подбирать мусор? У нас проблема. Клоуны появились, два. Клоуны? Да, ну они бывают. Просят, чтобы крышка была закрыта и дырочка вот эта открыта. Но здесь не предусмотрено, не предусмотрено. Ну, чтобы в эту дырочку люди клали, ну, складывали мусор. Сизик. Ну, здесь нету, не предусмотрено дырки-то. Вот. А он показывает, там закрыто, и такая штучка, и люди, я говорю, умывальник надо поставить. Ну, да. Человек подошел, открыл, ручки помыл. Значит, ответь ему, завод-изготовитель не предусмотрел. Все вопросы в Германии, по-моему. С Германии ходят, если не ошибаюсь. О, рассвет производит подбор мусора по адресу Бакинская 40. Спасибо, товарищи.